Всем привет, друзья! Мы сегодня такой короткий ролик, обзор того, что в этой коробочке. Коробочку я забрал на почте. Как вы видите, пришла она из Новосибирской области, судя по скотчу. И знаете, друзья, эта коробка, вот она настолько своевременна, что я просто был поражен своевременности прихода вот этой посылки. Еще, что очень приятно, эта посылочка досталась мне бесплатно. Соответственно, ролик этот, который я о ней сниму, будет носить такой отчасти рекламный характер. Но думаю, всех винокуров, кто занимается зерновым винокурением, ну не только зерновым, вот, заинтересует, что в этой посылке и откуда мне это пришло. Ну, за время существования канала это один такой из первых бонусов, вот, который я получил, ну, можно так сказать, за свою деятельность в YouTube. Итак, сначала, друзья, о своевременности. Своевременно пришла она мне почему? Потому что то, что в этой посылке, буквально через там день-два, как мне ее отправили, я планировал приобретать сам. Вот, и уже собирался выбрать, где бы все это приобрести. Почему? Да все просто. Вот она, будущая красная смородина. Дальше черная смородина. Дальше крыжовник, клубника. Здесь плантации клубники. Ну а также вишня, черешня и прочие ягоды. Созревание их, друзья, уже не за горами. Вот то, что скоро превратится в сливу. То есть, как вы поняли, ягод море. Если своих нет, то продаваться они тоже в сезон будут за копейки, их можно купить. А что это значит для нас? Это значит, мы должны, друзья, сделать качественный и недорогой спиртик. И вот я заезжал буквально недавно к своему другу-фермеру. И вот у меня три таких мешочка полнотелых лежит. Что у них сейчас покажу. Вот такая шикарная, чистенькая пшеничка в этих мешочках находится. Для чего пшеница-то столько? Ну, для того, чтобы сделать все наши вот эти в сезон настоечки, наливочки и так далее, нам нужно довольно большое количество хорошего, качественного, вкусного спирта. Из солода дороговато, килограмм солода, сами понимаете, 30 рублей с лишним стоит. Спирт же из сахара тоже как бы дороговат и не очень качественный. Ну а спирт из пшеницы — это самое то, что нам нужно. И пшеница бесплатная, можно так сказать, если даже вы будете ее покупать, то не соложонка стоит копейки. И спирт из нее получается просто супер. Но для того, чтобы получить спирт из содержимого вот этого мешочка, нам, друзья, теперь пора перейти к содержанию нашей посылки. И вот только призадумался, где же ферменты прикупить, и в этот момент со мной списался Игорь Николаевич. Вот из этого магазина ферменты.ру. И предложил снять несколько коротких роликов о том, как пользоваться ферментами. Скажем так, краткое руководство по работе с ферментами. И на чем хотелось бы заострить внимание, я пока смотрел их сайт, что у них есть и так далее. Оказывается, этот магазин расположен в Новосибирской области, в городе Бердск. А чем винокурам известен этот город? Что там расположен вот этот концерн Сибиофарм, ферментные препараты которого мы уже используем многие годы. Но единственное, что на Сибиофарме эти препараты можно купить там с развесовкой 20 кг. Ну а для нас такое количество, сами понимаете, если мы используем их для себя, то такое количество нам не нужно. Ведь ферменты имеют свойство портиться. И ферменты, которые вы там храните более там полугода, очень значительно теряют свою активность. И
осахарящие свойства у них то же самое снижаются. Их количество приходится увеличивать. Ну и в процессе ферменты вообще пропадают, как бы старыми ферментами работать уже становится невозможно. Так вот, к чему я, что этот интернет-магазин работает с Биофарм напрямую, и у них всегда свежие ферменты прямо с завода. Ну, по ассортименту магазина мы еще пробегимся, вы и сами это можете сейчас открыть и посмотреть, 3 секунды это займет. А я открою вот этот ящичек, нож взял побольше, и сейчас посмотрим, что же здесь внутри. Так, не буду вас утомлять этим зрелищем. Ну а здесь, друзья, просто кладезь для винокура, просто сокровищница. Игорь, спасибо тебе огромное за такой шикарный подгон. Все здесь, друзья, просто супер. И вот знаете, что меня заинтересовало? Мы с вами уже снимали много роликов о том, как работать с ферментами. И мы в основном работали с ферментами вот такими, то есть порошком. А сейчас ноу-хау завод Сибиофарм делает ферменты в жидком виде. То есть работать с ними значительно удобно, нет никакой пыли, нужно меньше количества и так далее. То есть, ну, и упаковка такая гораздо удобнее, я считаю. Вот, ну, обо всем этом мы снимем отдельные ролики. Вот пеногаситель пришел, то есть помните, пиво я перегонял, там печенки кидал килограммами. Вот, не было у меня вот такой вещи. А так, для работы с зерновыми солодовыми брагами, вот немножко вот этой жидкости. И все, поверхностное натяжение на поверхности нашей кипящей браги будет снято, и пена образовываться не будет. Вот интересный новый препарат. Тоже термостабильная амилаза, которая работает в большом диапазоне температур. Но обо всем, друзья, этом я расскажу подробнее в отдельных роликах. То есть мы будем осахаривать нашу пшеницу с использованием этих препаратов. Сравним, как работают препараты в жидкой вот этой вот форме, такие вот разведенные с порошками. Разберем системы с другим. И, друзья, вот еще хотел рассказать о одной вещи. Это магазин, сейчас сфокусируюсь. Вот об этих пакетиках. То есть во всех моих видео вы видели, да, что я использую, например, с зерном. Вот я работаю Soft Spirit дрожжи, Soft Spirit American Whisky, Soft Spirit Malt. Я покупаю эти дрожжики в полукилограммовых пакетах. И в большинстве таких известных интернет-магазинах стоит этот пакет полукилограммовый. Сейчас, секунду, покажу, как он выглядит. Ну, то есть, вот я покупаю в таких упаковках. Здесь полкилограмма этих дрожжей. Полкилограмма вот этих дрожжей хватает на тонну сбраживаемого сырья. То есть, ну, идеально работают дрожжи. Органолептика просто замечательная. Вот, но, конечно, пачка стоит во всех таких известных магазинах 2900. Вот Soft Spirit Malt я использую постоянно для работы с зерном. Тот же самый Soft Spirit Whisky в моих видео вы видели часто. Soft Spirit Grain, вот, спиртовые замечательные дрожжи, просто суперские. Вот. Ну, производство может быть разное, и Бельгия, и Канада, и так далее. Но суть в том, что в этом магазине можно приобрести вот эти пакетики, ну, вот этой пачки, сами понимаете, на тонну сырья. То есть, ну, тонну, не каждый винокур там тонну солода сбраживает. Вот, а долго хранить, как бы, дрожжи, опять же, испортятся. То есть, можно прикупить вот такой пакетик, там, 50 грамм, и вот он, на 100 литров сырья, пожалуйста. Ну, и здесь, у ребят, помимо того, что полный ассортимент ферментов, видите, на сайте такая хорошая подборка дрожжей. Вот, кстати, дрожжи Ангел. Вот о них хотел я тоже ролик снять. Я ими сейчас пользуюсь постоянно. Они здесь у нас в Брянске продаются. Вот, интересные очень дрожжи. Ну, расскажу о них чуть позже. Не вот эти, которые мы Кодзи называем, а именно спиртовые дрожжики. Ну, а вот они, например, со Spirit Malt. И смотрите ценник. Если я вот покупаю там по две пачки, то есть, видите, цена 4800, то есть 2400 рублей.
пачка. Ну а так они, друзья, стоят в раскрученных интернет-магазинах везде на 500 рублей дороже. То есть ценники у ребят очень и очень радуют. Ну, кратенько пробегусь по сайту. То есть, как видите, полный ассортимент ферментов в любых удобных для вас развесолках имеется здесь. Значит, дрожжиков хорошая подборка, и винных, и спиртовых. Ну, вот эти все вещи, без которых не обойтись, то есть ареометры, спиртометры. Тоже, кстати, ценники нормальные, то есть 250 рублей штучка вот АСПТИ. Ну, из-за наших кривых рук обычно мы вот это вот все меняем. Я вот этих цилиндров стеклянных, так просто не знаю, я со счета сбился, сколько их разбил, пока пластиковый не купил. На стол завалился, все, вилы. Ну, также тут моносахара, фруктоза, глюкоза, чипсы вот есть. Вот, ну, сами все посмотрите, сравните ценники. Шланги вот силиконовые. Одним словом, ссылка на этот сайт будет в описании. Ну и в названии этого ролика тоже этот сайт мы прикрепим. Короткое руководство, друзья, как вот этим всем пользоваться. Ну, по вот этим препаратам мы уже снимали. Вот. Ну, постараюсь как-то снять это сжато в очень коротких роликах. То есть именно то, как пользоваться вот этими всеми ферментными препаратами, я вам постараюсь быстро и доступно рассказать. В отдельных роликах все это будет. Ну и еще для вас, что будет немножко, скажем так, интересным, мы договорились, что все, кто придет на этот сайт с моего канала, там будет возможность при регистрации на этом сайте вбить промокод. Промокод будет BRWIN английскими заглавными буквами. Промокод этот в описании ролика вы увидите. И при регистрации вы вводите этот промокод. И помимо оптовых там скидок, которые есть на этом сайте, ну, для людей, которые покупают ферменты там и препараты все эти большими объемами, помимо этих скидок, для вас еще будет 5% скидка от моего канала. Ну, такой вот хоть небольшой, но все-таки бонус. Как говорится, все-таки приятно, когда где-то что-то покупаешь чуть-чуть дешевле. Ну, вот такой, друзья, рекламный ролик получился отчасти у нас. Но я бы никогда не стал рекламировать, если бы какие-то вещи, ну, скажем так, откровенную хрень, то есть взять какой-то там самогонный аппарат, типа каких-то магарычей, там, убожества, с трубкой такой, меньше мизинцев, с шариковую ручку. Вот, и распинаться, что он чем-то хорош. Да ничем он не хорош, херня полная. А здесь, друзья, как бы не стыдно вот за все вот это, потому что действительно все это, даже без этого интернет-магазина, постоянно приобретаешь, постоянно покупаешь, то есть постоянно этим пользуешься, постоянно берешь ферменты, чтобы получить качественный зерновой дешевый спиртик, постоянно покупаешь вот эти хорошие дрожжи, опять же, чтобы получить качественный вкусный алкоголь. Одним словом, не стыдно хорошо сказать о том, что реально хорошего качества. Ну, на этом все. Игорю из Ферменты.ру еще раз большое спасибо. Вам, друзья, спасибо за просмотр. Ну и все. Всем пока.